Уровень воды в реке Иртыш в районе Тобольска сейчас составляет 2 метра 23 сантиметра. Ситуация далека от критической. Опасно будет, если уровень воды в Иртыше будет 9 метров и более. А вот в Казанском районе и Ишиме во вторник была объявлена эвакуация населения. Как рассказал в своем обращении губернатор Тюменской области Александр Мор, по самому свежему прогнозу подъем воды в реке Ишим будет еще выше, чем было по данным, которые пришли в начале апреля. Глава региона вместе с полпредом президента в Уральском округе Владимиром Якушевым работают в Ишиме. Оттуда провели оперативный штаб по подготовке к паводку в Тюменской области.